Настоящая магия. Провокационный вопрос. Сегодня вот я отвечаю на такие очень спорно провокационные вопросы. Конечно, есть место чуду. Конечно, есть место магии. Но магия это не в трюках. Показать карты, еще что-то показать. Магия в том понимании, в каком сейчас я с вами говорю. Магия это наша жизнь, судьба. Магия способна изменить личную жизнь, дела, работу, удачу. Но важно понимать, магия это не волшебная палочка, по которой вам станет легко жить. Нет, магия другое. Магия это четкая работа с вашим сознанием, подсознанием. Магия это четкая работа с вами. С вашим пониманием, с вашим сознанием, подсознанием. Только таким образом реально магия может поменять физические процессы. Поэтому главный тезис магии я бы назвал в одном предложении. По вере вашей да будет вам. Если вы верите в то, что магия способна принести удачу вашей жизни, обратившись к мастеру, вы получите эту удачу. А если вы относитесь скептически, то ни одна магия, ни один обряд не поможет стать вам счастливым человеком. Магия вся, я очень часто повторяю, она вся вот тут. Вот тут наша с вами магия, в нашей голове. И вот эта магия способна заставить идти горы.